Скажи, Бобби сдох. Что-то я уже подустала копать, хотя мне тут чуть-чуть осталось совсем. В общем, сейчас быстренько пройду с лопатой, потом завтра уже вилами и выберу траву, которая вот здесь вот осталась, потому что, ну, уже просто что-то я совсем устала. Я скопала, где были сорняки, все это. Выкопала весь шифер, который был закопан. Ну, в общем, осталось мне этот вот аппендикс докопать. На нем очень много травы, копается плохо, вилами тяжело, лопатой быстро, но потом выбирать. В общем, я сейчас пройдусь лопатой, а завтра по копанным еще раз вилами и выберу всю травушку. В общем, вот так вот. Целый день ушел на одну грядку. Пока я там копаю, Саш тут пилит. Будни на пилораме. Вот, освобождает место. Он убрал рамы, которые битые. Потом я ими должна буду заняться. Убрал рамы, остались тут железки всякие, да, всякий хлам, мусор и доски остались. Готовый материал. А, и готовые дровишки у нас. Вот они. Потихонечку прибавляются. Остались вот бревнышки еще. Это еще от сараев. От сруба, которые были. Сараи и срубы, они дубовые или там еловые. Они жуткие вообще. Их уже тогда либо дружбой, либо не знаю, как-то еще потом будем пилить. Я очень не рада пилить их дружбой. Тут главное сейчас место освободить. Тыковка просится уже, просто просится. Посади меня. Все, будни пилорамы продолжаются. Я сейчас докопаю, ты тут чуток допиливаешь. Ну все. В общем, на сегодня я заканчиваю так эту грядку. Краешки уже завтра. Все, уже сил нету. Вот еще одна. Я тут немножко повыдергивала траву. Вчера пропалывала именно где трава моя растет, чтобы когда копать, не выкопать, что не надо. В общем, как-то так.